29-30 ноября в спорткомплексе «Светотехник», город Бровары, состоялся финал Кубка Украины по ушу таулу, в котором приняло участие около 200 спортсменов из 11 регионов страны. Команду Донецкой области представляло 4 спортсмена. Это Нестеренко Влада, Гладущенко Дмитрий, у нас еще есть девочка Белая Елена и, понятное дело, я, Терещенко Анна. Ну, по себе могу сказать, все получилось, выступлениями довольна, выступила в удовольствие. Ну. Я очень сильно волновалась, категория для меня была очень большая. Я старалась, с призовых мест я получила 3-е. Я довольна своими выступлениями. Ну, выступала я в новой категории. Это в этой категории я выступал в первый раз. Было тяжело. Выступал в трех видах. 2 с оружием и 1 без оружия.